Санта-Клаус принес подарки, это мой. Все, я пошел, пока. Мама, можно я пойду погуляю? Нет, умываться, чистить зубы. Можно я пойду? Ладно, иди. Страшный дикий олень. Всем боятся. Нет, я лось. Точно. Я страшный лось. Кто там? Мама, хозяйка, ты видела у нас свинья дома? Да, Спайдермен, говорит, вы еще на чердаке хозяина постелили. Еле добрался до кровати, каждый вечер одно и то же. Сережа, на концерт приходите к вам. Фокусников и иллюзионистов. Не пойду. Открывайся. Я собираюсь на улицу с котами идти драться. Я хочу найти свою футболку Спайдермена. Не знаешь, где она лежит? Вообще мимо. У нас сегодня новый челлендж, попробуй не засмейся. Да, ребята, сегодня мама нам подобрала новые приколы с котами. Вам очень понравилась предыдущая серия, поэтому мы сегодня будем продолжать не смеяться. Кто засмеялся, проиграл. Напишите, сколько раз каждый из вас засмеялся и сколько раз Лера засмеялась и я засмеялся. Ну что, поехали! Кот пытается допрыгнуть. Не получилось. Нет, мы не смеемся. Мы серьезные сегодня абсолютно. У кого еще, ребята, стоит елка? У него уже не стоит елка. Говорит, это не я. О, зеркало. Хозяйка. Собака, лянь, выглянул. О, кот нечаянно спал, упал. Для коту привязали на хвост какую-то ленточку. Я ему прикольно кайфую. Ходит туда сюда. Хозяйка, может мне уже хватит купать, я уже чистый. Оу, больно, я тебя помню. Это ты мне сделал бяку во дворе в том году. Оу, Санта-Клаус принес подарки, это мой. Все, я пошел, пока. Пока, Лера, держи. Посылка, интересно. Что там? Нет, со стрелялки прыгать в ноги, конечно. Вот, прям на компьютер, красавчик, все спускается. Прям на ноутбук. Хозяин, подбородок чешется. Очень, очень прям чешется. Не делай так больше. А, это кто с бумажкой играется. Бумажка! Выше подкидывай. Это, короче, мини-теннис. О, это что у нас? Дрон? Я, пожалуй, в подвал. Мама, можно я пойду погуляю? Нет, умываться, чистить зубы. Можно я пойду? Ладно, иди. Спокойной ночи спят усталые. Медведика откройте. Хорошо. Мышки спят, ла-ла-ла-ла-ла. А где рыбки? Почему нету рыбок? О, дверь. Туалетная бумага. А! Нашел, поймал. Очень просто какать хотелось. Ой, а можно мне челку подлиннее и височки подровнять? Пожалуйста. Височки косые, не забываем. Лера, здесь кот в коробку не поместится, наверное. Не влез вообще. Это мое сиденье, уходи. Не пойду. Шел. О, я олень. Я страшный дикий олень. Всем боятся. Нет, я лось. Точно. Я страшный лось. Всем уходить с леса. Пошли гулять. Пошли, ну пошли гулять. Да он говорит, я не могу, просто меня загородили. Нет, пошли. Пойдем, пойдем. О, хозяйка, кто это? Это наш новый питомец. Хороший, хороший. Няшный такой. Куры у меня во дворе. Не потерплю. Пши. О, это что, новая игра, да? Мам, что-то она не работает. Стеклянная, наверное. Лампочки светятся. О, круто. Хозяйка, спасибо за такой классный бокс. Еще и с шариком, обалденно. Я пришел вам починить шарик. Точно. Кто там? Мама, хозяйка, ты видела у нас свинья дома? Не, ну давай играть. Ну давай вот так играть. Не, давай вот так. Оп.
Не, ну ладно, давай вот так. Ого! Спайдермен! Да, Спайдермен, говорит, вы еще на чердаке хозяина постелили. Еле добрался до кровати, каждый вечер одно и то же. Сколько можно? Все, все, короче. Кто здесь? Спокойной ночи. О, я хочу еще раз американский город. Поехали! Крутяк! Упал. Хозяин, ты такой хороший. На тебе глазик. Нет, ну ладно. Ну ты классный все равно. Классные наушники, дай поносить. Я вижу цель. Пау! Напугал собаку. О, это попрыгун. И мячик попрыгун, и кот попрыгун. Кот нечаянно упал. Пау! Нападение с под угла. Давай драться. Что там? Кто там? Белка! Ля-ля-ля, бау! Не ходи тут больше. Прикольно. Вентилятор. Почему коты, ребята, такие прикольные? Напишите нам в комментариях обязательно, у кого есть какие домашние животные. Лера, не смейся. Это твой шанс не засмеяться. Я серьезно. На концерт приходите к нам. Фокусников и иллюзионистов. Не пойду. Ладно. Я не, может, придете? Пожалуйста. Не приду. Ну ладно. Так, все, ты меня бесишь. Уходи. Ладно, я пошел. Нет уж. Не пугать кота. Пугать! Лера, извини, падай. Это мои рыбки. Можно палатку? Нет! Это мои рыбки. Все мои. Нет. Прикольно. Коты сцепились. Убежали. Тряпочка. Что это за тряпочка, хозяйка? Я ее никогда не видел, это шапка. О, коты в сетке. Фигасики. Это мои. Опять тряпочка. Моя. Моя, и это тоже моя. О, вау, глаза разноцветные. Зачем вам это? О, камеру поломали. Ля-ля-ля-ля-ля. Бау. Мимо. Да что ж такое? Не получилось. О, вентилятор. Мимо. Девочка, дай волосы пощупать. Лера, не падай, пожалуйста. Я хочу на улицу. Там горки, там зима, там весело, там мои друзья. Можно? Нельзя, я шагу. Ты еще зайца своего не поймал. Оу! Тут еще друг. Он, короче, кушать ждет, а его этот напрягает постоянно. Что это такое? Там, он, короче, с ним играется, а тот спит. О, тихо. Шкаф, комод, ребята. Открой вот этот вот ящик. Да, открывайся. Хозяйка, открывайся. Я хочу, я собираюсь на улицу с котами идти драться. Я хочу найти свою футболку Спайдермена. Не знаешь, где она лежит? Может быть тут? Хозяйка! Наверное, тут. Сейчас найду. Так, Бэтмен. Человек. Айронмен. Где Спайдермен? Ой. Я, короче, нечаянно там буду спать. Я, короче, засну. Прикольно. Это лама. Ребята, лям на нее шипит. На. Уходи. Пока. Ля-ля-ля. Так, такой умывается, спокойный. Говорит, а! Уступи мне место. Ну ладно. Вообще мимо. Дай лед по полной программе. Абсолютно, ля, котята веселые. Давай играть. Да не хочу. Да не хочу, говорит. А давай. Давай вот так вот играться. Да нет, давай так. Да давай так. Да. Кот из зеркала. Да. Кто там под этим зеркалом? Он очень на меня похож. Что ж делать? О, какой он бойкий. Ничего себе. Кто хозяйка? Меня и шкаф. Кто это? Что он делает?
Чего он пугается? А, там на ковре что-то, наверное. Фух, ребята. Кто сколько раз засмеялся и кто вообще не засмеялся, обязательно напишите. И напишите, кто сколько раз Валерий засмеялся и сколько раз я засмеялся. Мы реально очень сильно навеселились под этим видео. Фу, мы вас очень любим. Подписывайтесь, жмите колокольчик и приходите. Вы на самое лучшее. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Какой тебе прикол понравился? Прикиньте, анекдот расскажу. Давай. Шел ежик и говорит, я хочу поменять фамилию. А какая у вас сейчас фамилия? Быстрый. А какую вы хотите? Пока. Мы с котами. Вам очень понравилась предыдущая серия, поэтому мы сегодня будем продолжать не смеяться. Тихо. Мы начинаем. Лера, мы начинаем. Держи, все.